Всем привет, друзья! Давайте посмотрим подсказку, которую вам подскажут карты на сейчас, которая вам так нужна. Просто расслабьтесь, и вы получите не только добрый совет, но и подсказку, которая поможет вам справиться с вашими какими-то трудными задачами, делами, проектами. Помните, что сейчас вы услышите ту информацию, которую хотят вам сообщить карты именно сейчас. Эта информация придет именно сейчас вам. И то, что вы услышите, это будет именно для вас. И это будет именно правильно. Итак, смотрим. Вы можете загадать какую-то одну карту, а можете сразу три. Это не важно. Главное, что вы получите ту информацию, которая нужна вам именно сейчас. А теперь читаем. Птица. То, что вы увидите с высоты птичьего полета, стоит ваших ожиданий. Азарт. Вы переходите на следующий этап жизни, где вас ждет тот, кто изменит ваш мир. Карта прогресса. Отказ от старых моделей поведения даст толчок к продвижению вперед. Маленькие изменения ведут к большим свершениям. Принимайте во благо энергии и подсказки. Не забывайте делиться этим видео, писать свои замечательные комментарии, дабы их благостная сила еще увеличила энергетику мощную и создаст общий поток, который будет направлен на исполнение и гармонизацию всей вашей жизни. Благодарю вас.